ну, обучение ваше, да, пошло мне на пользу. Еще раз повторю, да, у меня запустился стажер, который на долгий период не запускался, да, во время нашего обучения. Возможно, кто-то взял из обучения, да, возможно, может это, потому что время уже, да, подошло. Но я провел немало встреч с этим, да, именно с этим риэлтором. То есть, и, ну, мне кажется, именно ваше обучение пошло на пользу. Угу. Mm-hmm. Да, класс. Да, серьезно говорю. Сергей. Не такой, да, но скажу, да. Получается, во время обучения, да, стало понятно роль руководителя. То есть непосредственно, что необходимо делать с группой, да, со своими, ну, ребятами. Когда до этого момента встречались, да, непонятно зачем, непонятно для чего этому сотруднику, да. Сейчас, когда уже в процессе работы, да, мы уже видим, человек бежит, глаза горят, что делает Сергей, мы не понимаем, вот садимся и начинаем разговаривать. И понятна роль, да, и понятны все-таки вот эти действия руководителя. Допустим, когда группа у тебя заваливается, когда группа идет вверх, да, или какие показатели тебе нужно подогнать, да, вот это очень важно. Ну, как для начинающих руководителей, наставников, это вот самый такой момент. И понимаешь, какая на тебя ответственность. Это не просто там, что вау, я хочу быть руководителем, а именно ответственно подходишь. И за счет вот этого обучения, правильного выполнения каждого домашнего задания, постепенно у тебя приходит осознание роли. Что ты не просто хороший риэлтор, да, руководитель, это не равно старший риэлтор. Да, это совсем две разные профессии, две разных направления. Когда ты один риэлтор, ты понимаешь, что делать с клиентами, как с ним работать. А когда ты входишь в роль руководителя, то там совсем по-другому. Там бывают такие критичные точки, что да, нужно уметь вот это варьировать, как проплывать эти подводные камни. Да, да. Да, при том, что вы не новичок, да, то есть это, ну, как, это голос не того, кто первый исход. Да, нет, я даже скажу по себе, все равно роль руководителя для меня, допустим, это новое, но нет, я скажу, что новичок, да. 6 или 7 лет, сколько новичок? Нет, я риэлтором 6 лет, а руководителем, ну, где-то год, наверное. А, год, ну да, начало, окей, да, что-то у меня склеилось, что-то, ага. Олег, что скажешь? Ну, что я могу сказать? Благодаря тренингу, да, я понял функционал руководителя, да, я взял вот эти все инструменты, которые мы записывали, я буду, ну, прорабатывать, потому что для меня это действительно важно было, понять вообще, кто такой руководитель, что он делает, да, и как быть, ну, профессиональным руководителем, да, ну, и улучшать свои навыки. У меня есть чем работать, соответственно, буду стремиться быть тем самым кассом домата, да, который только в сфере бизнеса, да, и в сфере недвижимости. Ну и, соответственно, буду использовать всю эту полученную информацию уже на своих сотрудниках, ну и в своей работе. Mm-hmm. Класс.